Вам решать. Проект, который давно знаком саровчанам. Благодаря ему на протяжении последних 5 лет у горожан есть возможность выбрать и благоустроить общественные территории за счет регионального и местного бюджетов. На финансирование проектов от города Сарова пока запланировано 18 миллионов средств из областного бюджета и 24 миллиона рублей из средств местного бюджета. То есть получается практически голосование и поддержку этих проектов позволит привлечь 42 миллиона в создание соответствующей инфраструктуры и, соответственно, в улучшение условий проживания на конкретных территориях для горожан города Сарова. В этот раз саровчане выдвинули на голосование 11 проектов. Чтобы все из них получили поддержку от областного бюджета, сделать свой выбор должны хотя бы 10 тысяч горожан. На 7 апреля проголосовали всего 5700 человек. Во-первых, большое спасибо огромное тем жителям, которые поддержали тот или иной инициативный проект, который выдвинули наши саровчане. Вот. Ну и во-вторых, еще раз обратиться к жителям, проявить солидарность и поддержать любой из заявленных 11 проектов от города Сарова. Сейчас в лидерах голосования благоустройство территории в районе Святого Источника Владимира, спортивные площадки у молодежного центра и домов на улице Курчатова. Поддержать эти и другие проекты можно на сайте вамрешать.рф или просканировав QR-код, который сразу отправит на страницу с инициативами саровчан. Голосование завершится 15 апреля. Дарья Козина, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров-24.